Добрый вечер, уважаемые мои подписчики. Добрый вечер, гости моего канала. Сегодня я себе на ужин делал очень легкий салат из кальмар с соусом тартар. И решил этим рецептом поделиться с вами, мои родные и уважаемые подписчики. Значит, этот рецепт, он не только легкий, подходит диабетикам, диетикам и всем людям на этой планете, всем-всем, и подходит и на ужин, и на обед, и на завтрак. Но он не только легкий, он еще очень полезный, ну а вкусный это просто, ну, бесподобен. Это один из самых любимых салатов в нашей семье. Значит, соус тартар я готовлю: сметанка, йогурт и маринованные огурчики и немного чеснока. Чуть-чуть подсаливаю и чуть-чуть перчику добавляю, иногда острый. Здесь два филе кальмара, значит, три яйца. Значит, салат айсберг, такой качаником продается во всех магазинах. Лук зеленый, укроп, значит, огурчики. Так, огурчики. Ну и все. И заправляется соусом тартар. Весь рецепт, дорогие мои, я вам напишу после видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будем вместе с вами готовить, будем вместе с вами убираться, будем вместе с вами жить, выживать и добра наживать. Но это, конечно, юмор. Всем пока-пока!